Пушистое чудо? Да. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Но это Том Реддл, Лара Крофт и баня. Каждый старый новый год мы идем в баню. Да, у меня сегодня 14 число, утро, записываю для вас Лару Крофт, ребят. И начинаем, кстати, всех, во-первых, с прошедшим старым новым годом. Поздравляю, счастья, здоровья, удачи, успехов и главное, ребят, чтобы все у вас было лучше, чем было, скажем, в прошлом году. Хотя я думаю, это в любом случае у всех будет так. Нет, ну серьезно, логично, ведь это же все-таки Новый год в старом формате. Интересно, как, ну, теперь, кстати, теперь понимаю, почему мне корпоратив устроили именно в эту дату. Но, как говорится, не будем вспоминать плохое, я про корпоратив буду вспоминать хорошее, баню с Лару Крофт. И прежде чем мы начнем, хочу озвучить рандомный комментарий по традиции, вы меня знаете, я это делаю всегда. И у нас побеждает Илья, он написал к нашему шорцу, где Соник флиртует с Инфинит. Shadow первый победил Infinite. Да, он его победил, но он с ним не флиртовал. Флиртовал первым Соник. Это доказать. Ну, ладно. Как говорится, любовь любовью, морковь морковью, а Ларков в бане, Ларков в бане. Так, продолжаем. Давайте, во-первых, вспоминать, что здесь у нас было. Мы с вами открыли баня-могильник. Баня-могильник открыли. Нам нужно с вами по сюжету идти по пути бессмертных, он здесь, но мы туда пока не будем соваться, поскольку мне это вообще не сдалось, да, Колик. Сейчас мы с вами, во-первых, попытаемся собрать вот эти все монеты, выполнить достижения. А, кстати, по монетному двору, вот здесь, по-моему, что-то у нас оставалось. Да, вот здесь у нас что-то оставалось. Так, давайте мы сейчас тогда с вами, знаете, как сделаем? Мы сейчас с вами отправляемся по палаткам, собираем сначала вот это все, после чего мы с вами отправляемся на стандартную карту, открываем оставшиеся пещеры, собираем все, аккумулируем все, проверяем все, что не открыли, и отправляемся по пути бессмертных. Это, кстати, сколько мы там уже с вами прошли? Тут где-то прогрессия должна показываться. Эту. А, вот, пройдено 70%. Ну да, мы прошли 2/3 игры. Ну да, финал уже близко. Да, а, подожди, тут же палатка рядом. Че? Какие спуски, Ларыч? Так, давай. Как хорошо, что эти точки перехода постоянно активны. Прям столько. Так, давайте начнем вот с этой. Потому что... Там же у нас с вами есть еще недовыполненные испытания по уничтожению вот этих вот микрофонов, насколько я помню. Или мы его выполнили? Надо будет посмотреть, надо сейчас проверить. Итак, погнали. Давайте. Так, во-первых, давайте сразу еще раз к карте обратимся. Да, вот оно, видите, горит. Одно невыполненное. Сейчас мы, значит, осмотрим вот все вот это место и вот это. После чего... Ну вот тут как бы тайничок есть тоже. Может, там что-то. Ладно, осмотрим весь путь. Осмотрим весь путь, чтобы испытание у нас точно было... Кстати, у меня древко-то есть такой вопрос? Нет. Древко кончилось. Надо собирать. Собираем всю древку. Так. Ой, что валяется. Патроны. Какой черт убирать их сюда? Так, это я же валюту еще не уничтожал. Ладно, так, что я здесь хотел найти? А, точно, тебя. Где ты находишься? А, ты вообще на самой вершине. Ну и прекрасно.
Забавно, я же проходил вот буквально через этот коридор. Почему они не виднелись? Причем это было же понятно, что вот здесь же. Я же помню, когда в прошлый раз начинал. Здесь же все было. Ну, было в плане визуального восприятия. Но нет. Так. Вот это сейчас мы пойдем. Сейчас мы еще раз. Хотя я помню, что здесь я все обыскивал. А, и в той зоне, где мы с вами сражались, новой. Там как бы это все было. На имею в виду вот эти вот микрофоны, которые нужно уничтожить. О, масленка. Масленку надо взять. Масла мне не хватает сейчас. А так хоть пополним. Забавно, вроде бы масло должно кончаться, а оно где не кончается. Здрасте. Вроде как живой. Этот мертв. А вы? Вы мертвы. То есть, вы, сэр, живой. Сидите здесь. Ну ладно. Ну а что? Посмотреть. Помянуть. Почему бы нет? Это дело каждого. Не осуждаю. А почему вот эти вот ворота нельзя открыть? Да хотели бы путь, дорожку сделать почище. О, древко. Нет, я здесь не наблюдаю рации, значит, скорее всего, оно где-то в финале будет. А скорее всего, так оно и будет, потому что мы там, знаете, сколько еще дрались? Сколько там у нас закладок, видите? Так что да, нам нужно вот сюда телепортнуться. Давайте сейчас это сделаем. Ну, просто чтобы не бегать вот целыми коридорными пачками, взять сразу и телепортнуться, да, Ларочка? Так, кстати, ну, кстати, вид здесь реально очень красивый, мне очень нравится. А, это автоматные. Автоматные нам не нужны. Так, кастерот. Так, теперь давайте мы с вами телепортируемся вот сюда. Вот в эту, вот в эту секцию нам надо. Потому что, во-первых, здесь и документ, здесь у нас с вами и запасы, и еще всякая полезная херня. И заодно, скорее всего, найдем ту рацию, выполним испытание, после чего мы отправимся дальше по направлению. И мы вернулись. И, ребят, небольшая новость. Как вы понимаете, вот по дерганной камере я перешел на мышь. У меня ноутбук сейчас перестал воспринимать геймсер. Нет, он его видит, он пишет как неизвестное устройство. Я все сейчас пробовал перепробовать, но ничего не получилось. Поэтому оставшийся эпизод мы с вами будем записывать, ну, как-то вот так. Но я думаю, это не критично для нас, потому что, ну, во-первых, я не знаю, что пока происходит с геймсером. Я вижу, что он подключается, но система его не воспринимает. Я думал, в драйверах проблема, но драйвера у него автоматические. Никаких там дополнительных ничего нету. Я не знаю, что с ним делать пока что. Он просто взял, перестал видеться. Может быть, может это как-то со Steam связано, что он тоже обновлялся в этот момент. Вот буквально когда я все это дело сворачивал, сейчас это снова перезапустил, даже ПК переобновил. Но нет, ничего не помогло. Так... Будем повыкать теперь клаву мыши. Ну, в принципе, я классическую Лару Крофт походил на клаву мыши. Ничего, проблем не испытывал. Будем ориентироваться понемножечку. О, можно? А, это на Е. Вот это немножко неудобно, ну ладно. Да. Ладно, ладно, ладно. Ну, адаптируюсь. Человек такое существо, оно способно адаптироваться к чему угодно. Главное было бы к чему. Сказанул. Адаптироваться, главное, почему. Ну, в принципе... Так, кстати, мне главное проверить. Так. Это ж... Это... Подожди, а то есть ты не воспри... Так, если я прицелюсь... А, нет, все, работает нормально. Все исправно работает. Извиняюсь. Проверяю, я просто еще клавиши переназначал сейчас, потому что, ну, сами понимаете, какая фигня случилась. Соответственно, надо это все проверить, чтобы у нас проблем не было. Так, здесь у нас вроде все забрано, да? Так, что у нас дальше? Так, тут документ мы забрали. Вот здесь. Включить метку. Потому что, смотрите, вот здесь и вот здесь.
Вот мы начинали дальнейшую историю после того, как нам мы говорили с Яковом, мы начинали вот здесь. Здесь мы нигде не могли ходить. Соответственно, нам туда дадут возможность войти. То есть, я думаю, с ним проблем будет. Знаете, как же неудобно, вот когда карта на тап, а не на М. Знаете, это впервые это вот реально услышать, что М-ка это гениальная идея. Патронов столько. Так. О. Вот здесь, да? То есть. А, тут внизу гробница. Вот это что-то новенькое. Походу я нашел что-то реально новое и необычное. Ну, давайте спустимся. Так, а как отпускать? Control. Ага, Shift, ясно. Так. А, вот. Ай-яй-яй, Лара. Открывай мне дорогу. Где тут что у вас хранится? О. Нам не справиться с Троицей. Они выгнали наших прадедов из империи, а теперь хотят довершить начатое. Мы жалкий огрызок некогда святого народа. Живет лишь наше дело. В душе я не верю, что мы можем их победить, но знаю, что мы сделаем все возможное. Ни Бог, ни пророк не могут просить от нас большего. А они не должны. Нам не справиться с... А, стоп, подождите. Я все... Это адаптация, ребята, адаптация. Я пытаюсь адаптироваться. Я адаптируюсь, как говорил Жак Клюзо. Так. Но это ведь не все. Так. Я так полагаю... Нереально удобно было бы... Так, теперь давайте вот это отслеживать. Получается, мне теперь вот сюда, да? То есть тут вот так, вот такие тут проходы. Но это я, получается, покидаю зону битвы. И, соответственно, я уже не выполню вот это мелкое испытание, да ведь? Так оно и есть. Так, а ты куда меня ведешь? Ты меня ведешь сюда примерно. Так. О. Нашли. 25! Наконец-то нормальный клад нашелся. Наконец-то нормальный клад. Хоть что-то адекватное я готов воспринять. Наконец-то адекватный клад нашелся. Но это срез вообще не туда. Но уже какой-то клад, заметьте. Вот какой-то адекватный доклад появился. Так, хорошо. Вопрос. Где у нас оставшиеся... Но она, скорее всего, вот здесь находится, мне кажется. Даже смотрите, вот здесь была, вот здесь то большинство, и вот тут тоже было. А вот в этом помещении, там только сундучок и все. Надо будет нам с вами сейчас пройтись вот сюда обратным путем. Ну, давайте так и сделаем. Давай, Лара. Немного, конечно, обидно за геймсир. Просто я уж... Мы сколько с вами уже записали эпизодов? Я так адаптировался. Реально так адаптировался к геймсиру, что мне как-то даже, знаете, вот, ну. А я могу отсюда выйти? Или это ловушка? Стоп, подождите, это ловушка, что ли, такая? Если ловушка, то это не смешно. А как мне отсюда вылезать-то?
Поручью, что ли? Я не хочу поручью. Подожди. Так, стоп. А, все. То есть, если я... Ладно, я, кажется, понял, как это... Я понял, как стрелять из лука. Но я много чего еще не понимаю. Так, это выход, но не туда, куда мне надо. Подождите, сориентируемся. Я, походу, залез в самую задницу мира и не знаю, как... Вот здесь какой-то проход... А тут, кстати, реально, там какой-то проход. Может, я что-то, конечно, не понимаю... А там проход какой-то. Ладно, давайте попробуем. Ой, да уж. Я не хочу, чтобы у нас было как в Сирии, сами понимаете. И... Это тоннель. Но тоннель без тоннельного входа. И как, по-вашему, я должен здесь пройти? Вот скажите мне чисто на милость. Куда-то сюда целиться, что-то здесь сломать? Тут ничего нет. Ну, нет, тут есть вот это вот. Ну, я вижу тут дыру. Которая ведет сюда. Которая ведет далее туда. Но ее надо как-то взламывать. А как у меня? Скажите на милость-то. Может, конечно, стрелами? Ну, давайте рискнем. А как спецстрелами стрелять здесь? Кто-нибудь знает? Так. Перезарядка. Это удар. Средняя кнопка мыши. Средняя кнопка мыши. Ясно. Лечение. Ну, разобрались в одном, но не могу разобраться в другом. Ладно, давайте выбираться из этой задницы. Как-нибудь. Попробуем из нее выбраться. Здесь должен быть выход. Раз не дают пусть подняться... Нет, они дают подняться. Там же выделена белая зона. Ты же видел, белая зона. Значит, все нормально. Тут должен быть какой-то проход. А! Ну, конечно. А. А почему? Или здесь нет мягкой древесины? Так, ладно, здесь нет мягкой древесины. И как вы мне прикажете? Вот оно как. Здесь еще тайминги нужны. Ну, вообще совсем, народ. Ну, серьезно. Тайминги теперь подавай сюда. Ой. Ладно, выбрались. Хорошо. С этим справились. Не вопрос. Вопрос теперь в другом. Где последняя рация, чтобы, во-первых, закрыть здесь этот гефшталь? После чего мы отправимся в другие места... Надо прямо сейчас все высматривать. Высматривать. А, во-первых, какие признаки... Давайте, во-первых, с вами вспомним признаки нахождения всех этих раций. Они всегда были в палатках, были подвешены. Ну, знаете, как новогодняя гирлянда. О, красивее. Значит, принцип сбора одинаковый, это хорошо. Так, тут закрыто. Значит, только там проход, да? Давайте смотреть. Ну, смотрите, раз здесь где-то пути была уже одна такая, значит, вот здесь в конце была одна. Значит, еще одна как минимум где-то вот здесь должна быть в априори.
Ну... На нас напали! Ничего. Внимание, я что-то видел. Эй, нас атакуют! Никто вас не атакует. Так, попробовали боевку на мыши, это беда. Это беда, ребят. Это беда. Это беда. Ну ладно, я не через такие трудности геймдева проходил. Уж сориентируемся, наверное, да ведь? Уж сориентируемся, правильно, мои дорогие? Вот она последняя. А чё ты так не подсвечиваешься, а? Вот и выполнили. Прекрасно. Что еще нам дали, помимо кредитов? Пассивку, надеюсь. Не знаю, там, локализационная радиосвязь. Реально на геймсире лучше, вот, ребят. Знаете, если вас не бесит сюжет, то... В эту игру я рекомендую играть на геймпаде. Она подстроена под геймпад. У меня игровая мышь и беспроводная игровая клавиатура. Я вот обычно... Есть... Ну нет, конечно, я понимаю, что это дело привычки. То есть ты привыкаешь, и тебе проще становится... Как бы. Ну, вопросов еще ох, как много здесь. Так. А, подождите. Лара, выйдите, пожалуйста. Надо сначала посмотреть, куда идти. Потому что, смотрите, мы же здесь все собрали, да? Да, мы тут собрали все. В соборе... А, кстати, в соборном уложении. У нас там что с вами? Вот сюда можем отправиться. Здесь у нас пара материалов. Сюда можем. Но там меня ждут парни. А здесь фреска, которую я, кстати, не изучил почему-то. Подождите. Это фреска в проходе. А я же вроде смотрел, когда мы с Сонычем говорили, разве нет? Она была вроде одна. А, нет, это немножко другая фреска. Тут еще другой проход. То есть, если я пойду вот этой стороной, буду пройти здесь. Ладно. Нет, вот сюда мы... Однозначно тоже сейчас отправимся, соберем все материалы. А, точно. Как я мог забыть про святое? Про Бабу-Ягу? Нельзя про святое. Тайник, смотрите. Ну, вот здесь, кстати, можно еще полутаться. Подождите. Нет, подожди, не сюда, а вот сюда. Так, давайте сориентируемся. Где что находится у нас для начала? Вот сюда. Да, вот она, зона Бабы-Яги. Здесь по скорости не можем. А вот здесь добраться мы можем. Это раз. Вот здесь добраться можем мы два. Давайте сейчас займемся Бабой-Ягой. Хотя бы закроем этот гифшталь наконец-таки. Пусть под старый Новый год. Ну, все же. Так, быстрый переход. То есть, понимаете, насколько мы с вами так далеко прорвались, что я уже не помню, где что находится. Так, давайте сначала займемся вот этой зоной.
Доберем там, потом отправимся в другую зону, доберем там. Будет нормально. Так. Погнали. Где у нас... Нет, это выход на улицу. Мне нужна не сельская база. Во. У меня просто так тут все запутано. А здесь внизу есть... Кстати... Как мне применить здесь крюк? Вот это... Если раньше это все было интуитивно понятно... Ага, все. Прыжок и Е. Принято. Давай, Ларыч. Во. Ну, давай читаем. Рассказывай нам. Иван, я думала, с ним будет просто. Большинство местных вонючих головорезов творят с заключенными, что хотят. Я думала, что Иван поддастся, что им будет легко манипулировать. Но все оказалось не так-то просто. Он хороший человек. Ему здесь нравится не больше, чем мне. Сложно в это поверить, учитывая то, что он хорошо питается и спит под одеялом. Но тем не менее у него, в отличие от других, хотя бы есть совесть. Его тошнит от этого места. Он знает, в чем участвует, и ненавидит себя за это. Он пытается заглушить муки совести мелким вредительством. Я сказала ему, что этого недостаточно, и предложила помочь мне. Мы неплохо сработались, и вскоре вместе составили план побега. Но сейчас уже слишком поздно. Я беременна. Все пропало. Я только, знаете, не могу понять. Она тут говорит о политических переворотах, но в результате она оказалась не беременной. Это, конечно, очень мило. Это реально очень мило. Кстати, вот это вот прыжки вот с клавиатуры, это как-то... Ну, с клавиатуры... Ну, прыжки, кстати, вот... Вот я не знаю, вот вроде бы на геймпаде прыжки должны быть получше, но почему-то с крюком на клавиатуре проще. Может, я начинаю адаптироваться, полноценная адаптация. Ну, кстати, реальный респект, все-таки такую красоту. Мы сейчас с вами в гробницу сегодня пойдем. У нас сегодня в этом эпизоде будет еще гробница. А давайте так сейчас и сделаем, отправимся как раз-таки в гробницы. Будем бабу-ягу... Подним дорожечку, не будем все за раз, не будем все за раз. У нас в этом регионе, насколько я помню, еще есть гробница. Вот здесь. Вот давайте ею и займемся. Там заодно у нас пару монеток валяется, валяется пару наборчиков. То есть соберем все вкусненькое. Как тут темно. У них что-то сегодня закат, что ли, начался? Ладно. Я по привычке на М-ку нажимаю до сих пор. Может, реально на М-ку перевестись. Так. А, тут, кстати, еще Стелла. Заодно и ей займемся. Так, в каком направлении все находится? Ага, вот то. Курицами до сих пор смешат. Было бы доступно необязательное задание. А где этот союзник? Хотя бы для начала вы мне его покажите. Я его нигде не видел. Еще два. Вот заметьте, вот почему пошли нормальные клады. Я постоянно жался там на 5-10 монет, когда она брала целыми горстями. Чего? А где Стелла? Так, стоп, я что-то, может... Где Стелла, мать вашу? Я на нее смотрю, но я ее не вижу. А! Это кусок стены! Точно! А я почему, кстати, я вспомнил, я же говорил в прошлый раз, что я... А, вот, кстати, наверное, там он и есть, я так полагаю, союзник, да? Так, посмотрим. Если этот знак указывает на полярную звезду, а этот на горы, то... Ну, где тип? Сколько ж вас-то! Сколько ж их. Так, ну... Вот этот тайник мы сейчас спокойно можем забрать. Как, в принципе, и вот этот.
Но я хочу сейчас сходить вот в гробницу испытаний. Она под водой находится. Так, давайте сейчас мы зайдем к союзнику. Он нам что-нибудь наверняка предложит. Союзник, ты здесь у меня или где-то там? Тут вроде свет горел, а никого нет. Ну и где союзник, с которым мне надо поговорить? Тут, кстати, можно было как-то раньше спрыгивать. Ну и вопрос, где этот союзник, с которым мне надо поговорить, чтобы получить доп. Задание? Пока мы не вытащим. Привет. Привет. Остаются старые цистерны. Если троице удастся преградить нам путь, к ним будет неприятно. Привет. Приветствую. Приветствую. Я знаю, что ты сделала там, в башне. Спасибо. Да не за что. Привет. Привет. Так, ладно. Начнем. Давайте с вами заберем вот тамошние дальние монеты. Чтобы мне вообще... Может, зато, кстати, дойдем очеред... Так, ладно. Ну, это задание... А, подождите, я могу задание смотреть? В яблочко. Мне нужны еще две мишени. Ладно. Сейчас мы с вами, во-первых, добудем тайник монет. Это, в принципе, недолго. Плюс мы с вами тут еще древку пособираем. Ну, просто реально у меня материалы кончаются. После недавних квестов с материалами... А, все. Красота. Так, что у меня... Все, теперь снова кончилось. Было и кончилось. Так, отлично. Вопрос, как мне делать дополнительные стрелы на ходу? Кто знает? Зайчик, не надо так шуметь. Реально, я буквально весь эпизод, наверное, буду адаптироваться к управлению, потому что... Так... Неловко как-то получилось. Кстати, в отличие от геймсира, дальность здесь куда-то ближе должна быть. Немножко обидно отчасти. Ага, самку вижу. Но это ладно, черт с самкой. Так, где монеты? Вот, вижу. Сейчас заберем. Не, недалеко. Ну ладно, может тогда пушистую красавицу найдем здесь. Которая любит всех и вся пожирать. Ну а чё нет-то? Она же здесь гуляет, путешествует. Заду соберем. Думает, будет нормально. Так, во. Добывай, Лара. Опять 25. То есть, заметьте, здесь реально дается очень много всего вкусного. Вот эти монеты, они теперь стали нормальными. То есть это не какая-то там фигня. То есть сейчас это реально стоящая вещь, за которую... Пушистое чудо, да? Когда ты научишься? Ладно. В ее защиту скажу, что я сам виноват. Я тоже потратил столько патронов. Материалов. Тут где-нибудь есть, кстати, базовый лагерь? Поблизости. Только вот этот. А не в любом случае, вот сюда надо будет потом идти. Так что давайте включим вот эту кнопку.
И отправимся в базовый лагерь. Но то у нас какая шерсть появилась. Это что, хорошо. Но как мы... Я могу создать стрелы. Вот оно как. Если я зажимаю среднюю кнопку мыши, то... А, у меня не хватает вот, сырья. А тут, кстати, тут, по-моему, раньше это... пещера была поблизости, да? Да, вот здесь. Можно там, конечно, собрать все это дело. Ладно, не отвлекаемся, не отвлекаемся. Мы сразу сейчас пойдем еще в пару пещер. А, кстати, да, пещера. Тут же другая пещера тоже есть. Которую нужно, кстати, вскрывать. А подствольная граната сгодится для... Кстати, заодно проверим, работает ли подствольная граната для вскрытия вот таких вот мест. Здесь просто тоже есть пещерка, и она как раз-таки нам по пути. Ну, по такому необычному пути, но по пути. Тут еще кабаны водят. О, вот, кстати, о чем речь. Я же буду себе отказывать в свинине, что ли? Нет. Не буду отказывать себе в свинине. Это слишком свято. Гробницы испытаний здесь. Что-то не очень-то похоже место на гробницу. Зато у нас, кстати, есть ресурсы, что меня очень радует. Так, не хватает немножко. Так. Но гробница испытаний рядом, она говорит. Значит, хорошо. Значит, есть какая-то... Обычно гробница испытаний показывается именно закрытой гробницей. Если бы здесь была другая какая-то гробница испытаний, она бы у нас бы тоже показалась. Скорее всего, вот про эту речь идет. Так, включаем метку и пойдемте. Если вдруг увидим мишень, выстрелим. Кстати, забавно, что вот эти оставшиеся две мишени я до сих пор так и не могу найти. Мы, конечно, здесь не так часто бываем, но все же... Это немного необычно. Даже грустно в каком-то смысле. Скорее всего, у нас на эту неделю выйдет только этот эпизод. Может, разобьем тогда, получается? А почему бы и нет? Так, где-то здесь она должна быть, гробница. Да, вот мы прямо к ней идем. Что ж, давайте тогда на этом с вами сегодня закончим, ребят. Вышел короткий эпизод, но учитывая, сколько мы тут походили, понарезали, пособирали, я думаю, вышло, в принципе, неплохо. Тем более, еще адаптируемся к Game Zero. Сделано несколько эпизодов, надеюсь, получится. Ну а с вами был Вескер, Umbrella Teaching. Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся и посмотри предыдущий эпизод, чтобы не соскучать, пока ждешь следующий. Удачи!